Правда такая. Ты слабак. Пошел ты. Друзья, приветствую всех. С вами физкультурник Алексей Шредер и клубе Мастерс. Сегодня очередная заруба. И у меня очередной супермен воркаут. Его зовут Андрей Александров. Да? Да. Андрей Александров. Парню 19 лет, а он подтягивается на одной руке с гирей 24 на 2 раза, да? Да вообще какой-то монстр. Акселераты монстры пошли. Или это просто старый? Мне реально... Да, разница в возрасте 2 раза. То есть Андрюха мне годится в сыновья. Ему 19, мне, ну вот уже почти 40. Но он очень мощный. Мы уже пожали на наклонной скамье. Андрей этого не делает. Я просто жал и его проверил заодно. Это осталось за кадром. Я просто вам спалю результат. Андрей пожал на наклонной в первый раз в жизни. Жал 80 килограмм. При весе, собственно, 62 килограмма. Да, при, собственно, весе 62. А сейчас ну, мы пойдем с Андрюхой поподтягиваемся. Золотой стандарт, он такого не практикует. Все воркаутеры практикуют, чтобы побольше навешать. Да, и подтянуться. Касание просто. Да, и чтобы вынести были более, более мощные веса на большое количество повторов. Мы его проверим сейчас в золотом стандарте, который никто не любит. Bullshit. Короче, мы сейчас разомнемся. Первый подход с весом 20 килограммов. Я Андрею технику объяснил. Еще покажу на себе, посмотрим его технику, промежуточные подходы. И с весом 60 мы попробуем зарубиться, кто больше потянется. Андрей весит намного меньше, он весит 63, а вес 60. Но с другой стороны, на нем всего будет 123 килограмма. А у меня с весом 60 всего будет 163 килограмма. То есть, ну как бы я считаю, все-таки все справедливо. Вот. И в любом случае, надеюсь, что результат будет плюс-минус равный, и заруба получится на ура. Готов? Да. Давай. Готов. Поехали. Третий вес 55 на 2 повтора. Сначала я, потом Андрей. Но у нас такая как бы схема, это моя схема. С собственным весом 10, с двадцаткой 5, 40 у нас было 3, 55 2, 70 на 1, а потом будет 60 на максимум. На 1 мы сделали для включения высокопороговых валов. Сейчас 60, зачет. Напомню, вес Андрея 63, мой вес 100. Но в кроссовках 101. Как думаешь, сколько сделать? Ставлю где-то на 4-5 точно. Ну, потому что золотой стандарт. Да, золотой это стандарт. Намного сложнее, как я уже понял. Что нахуй? 4-5 поставил, сейчас посмотрим. Ну такой уж. Да. Ну, пятый уже не совсем по золотому был. Вот, он как бы дернулся, но мы засчитаем 5.
Золотой стандарт — это очень тяжело, да? Да. А что тяжелее всего? Выдерживать паузу внизу и стартовать? Или именно так высоко затащить? Именно дотягивать и клевок не делать. Вот, не делать клевок. Дело в том, что когда клевок делаешь вот так, вот отсек и вот так, это намного легче. А в золотом стандарте нужно без клевка. Да. И в этом очень тяжело. И плюс хват сверху. Но мы, может, еще отдохнем и сделаем хват снизу. Не знаю, будем делать, нет? Ну, вот таким хват. Попробуем. Ну, если хочешь сделать, может быть. Одинаково там. Чуть-чуть, может, я лучше сделал за счет того, что я тянул вот так вверх. А так почти одинаково, жестко, друзья. 60, может быть, это и слишком большой вес для золотого стандарта. Хотя кажется, что он маленький. То есть я, например, плюс 64 на 10 подтягиваюсь именно технически, просто с касанием подбородка. Золотой стандарт, вот вы просто попробуйте сами, у вас результаты упадут минимум в 2 раза. Я вам обещаю. Вот так они у нас упали. Проверено на себе. Жутко, слушай. Ну, сейчас мы сделаем без паузы внизу, но с высоким дотягиванием, да, внутренним хватом. Отдохнем минут 10. Давай. 40 килограммов. Внутренний хват. Внизу паузы не делаем. Уже не золотой стандарт. Но подтягиваемся вверху без клевка подбородком. Где-то вот так. Ну, вот так. Но важно... Нельзя делать вот. Вот так. Раз и подтягиваемся. Оп, смотри. Оп, вот сюда, понял? То есть делаем чисто, но не золотой стандарт. Сороковка отлично получилась. Ну, я думаю, если предыдущего подхода по золотому не было, но было бы 6. Вот, видишь, насколько тяжелее, да? Да, обратный хват решает. Да. Поэтому на сетлифтинге к нему подтягиваться. То есть усложнили технику, то есть без вот этого клевка, и уже сразу сделал 5 раз. А в Инстаграм ты выкладывал гораздо больше, да? У меня было 80 на 4. 80 на 4, чувствуете? Да, это просто с касанием подбородка. Да. Чуть-чуть небольшой вот такой вот завод. Ты сюда чувствуешь, насколько тяжелее, когда нужно подняться буквально на 7 сантиметров выше? Да. Я всегда объясняю, вот это надрюкать подбородком намного легче, чем дотягивать вот эти последние сантиметры, чтобы сделать так. Эти последние сантиметры, вот каждый сантиметр, он как 5 сантиметров из предыдущей амплитуды. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду.
Спасибо Андрею Александрову за участие. Очень перспективный парень. Всего 19 лет, а уже такой мощный. 19 лет, отличная форма, отличные силовые. Молодец парень, я ему желаю удачи, чтобы он, если в следующем году доберется до Москвы, и если я здесь еще буду, чтобы он меня порвал, я ему желаю. Хорошо. Мне будет там уже 40 к концу или 41 даже, в зависимости, когда вы приедете. Будем стараться. Но это не оправдание, я буду стараться. Все, ссылки, ссылка на канал YouTube Андрея в описании. Да, да, Инстаграм можете подписаться, увидите, какой он монстр. На одной руке подтягивается. Ну, я только не подтягиваюсь. Я толстожопый хочу. Все, Андрюха, спасибо. Пока. Молодец. Всем пока.